Мой отец. Он умер. Я распорядитель имущества вашего отца. Отец владел этим местом? Я совсем его не помню. Это все, что у меня есть. Если вы это смотрите, значит, я уже мертв. В подвале живет еще кое-кто. И только вы отделяете ее от внешнего мира. Да ладно. Что это? Выходи, выходи. Где бы ты ни была. Айрис. Нам лучше уйти. Что она такое? Она способна возвращать мертвых. Я хочу увидеть ее. Деньги роли не играют. Я хочу поговорить с женой. Она даст только 2 минуты. Сара. После этого власть перейдет к ней. Что происходит? Здесь опасно. Как ее контролировать? Это не то, что можно контролировать. Я убью тебя. Ее не убить. Нельзя выпускать ее из подвала. Нечисть. В кино с 22 февраля.